Так, все хорошо, аж непривычно уже стало, елки-палки. Так, помидоры есть. Аж солнышко вышло, слышите? Смотри. Как только вы локацию поменяли. Эрош пишет. Вот это, походу, вообще злой дед какой-то, наверное, очень пишет. И нежная Анна. Не, он когда говорит Эрош пишет, но не пишет, что это с чем-то таким эротическим связано. Ага. Это смысли у тебя такие? У тебя все с эротическим связано. Она уже снимает, смотри. Да бог, врача. Да, это Танюха наша ехала, понял? Танечка, да. С Еремчей привезла. Ты что? А я знал, держал, что пригодится. Так, руки надо освободить. И сделать то, что я обычно делаю. Друзья, всем привет, с вами Детский Репопан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Марат Джан. Всем салом. Ага, погода такая, что мама дорогая. Мамочка, спасибо огромное. Ты что, сколько? Месяц, мороз, полтора, солнце, два? День чудесный. Та последнее солнце в мае месяце было, наверное, по-любому. Ёлки ты палки. Зрители у них тут есть. Да ты что? А что? Ну так и студия, короче, братик, для тебя. У-ху! Что я хотел сказать? Да, сегодня готовим борщ. Ингредиенты есть, компоненты есть. Оставайтесь на канале, проводите с нами удивительно, замечательно. Хорошее время, правильно? Да. А хотя, что с нами бывает другое время? Так я для вас, короче, у меня и стихи как раз испанские есть. Слышь, у меня как раз по этому поводу... Перчатки голубые. Не, ну это понятное дело. Стихи испанские в голове затесались. Почему испанские? Ну, а там, вчера целый день пил. Ну там тепло. Ты что, я ее там еще не видел. Василиса, угомоните ваш пыл. Куда она полезла? Обалдеть. Шикардос. Поближе к солнцу. Василиса для тебя. А как она туда залезла? Мигуста. Токар гитары. Мигуста. Кантар льсион. Мариарти ми компания. Кванто канто ми касьон. Что в переводе на наш язык означает... Закурим матросские тропки и выйдем из темных кают. Пусть волны доходят до рубки, но с ног они нас не собьют. На этой дубовой шкарлупке железные люди живут. Уходит от берега ястреб морской. И девушка машет рукой, уходит от берега ястреб морской. И девушка машет рукой. Все, Катюня. Да, Сережа. Просто Василиса... Я стараюсь из себя концерт вот это вот приспосабливаю. А у нее все в мире животных. Ну да. Собак сегодня, слышишь, сегодня прямо я даже не знаю, что в мире животных у нас, а? Короче, ты что, с такими продуктами я бы сам пришел? Ах, ты что? Марат, что, с чего начинаем? Давай расскажем. Давай, рассказывай. У нас сегодня сало копченое, ребра свиные копченые, колбаски копченые, сельдерей, мясо говяжье, мясо свиное, морковочка, лучок и много специй, все увидите. Ты так говоришь, что я аж не проголодался, елки-палки, ты посмотри на этот почаровок, ну что это за счастье такое, ты что, под него аж просится, ешкин ты кот, ты что, были бы тапочки, я бы из них выпрыгнул, ай-яй-яй, шедевр, а как он... У ребят мясников, слышишь? Пахнет, Катя, перестань, дай, ты елки-палки. Говорит, что у них блинов не хватает, ты понимаешь? Что? Блинов не хватает, была, у ребят мясо брала. А, там, где мы блины, вот это они вот брали? Они говорят, ребята... Блины все разошлись. Уважаемые любимые подписчики, те, кто попробовали вот это вот, губы макнули свои в те шикарные блины. И шо, оно вам счастье? Оно же прелесть, елки-палки. А ребра какие сегодня туда пойдут? Та ты шо? Короче, гуцулы, махач. Лучший бограч. Да, у кого? Та шучу я, елки-палки, у всех, кто готовит. Даже если у кого-то нет таких ребер. Ребята, у вас по-любому такие будут вкусные, потому что главное с хорошим настроением. Мама дорогая, Марат, давай, я уже хочу рубить. Говядина, посмотри, какая. Давай, вот ты посмотри, а? Ничего тебе не напоминает? Свежее, живое, настоящее, с базара. Вот прямо купили на рядах, понял? Как зашли и вышли. Смотри, что за лента, патронтаж. Постираешь? Нет. Тьфу, елки-палки, хотел. А свинина? Марат, у меня аж палец влез туда, посмотри. Любишь? Ну, холодненькая, не рекомендую потыкать. Катя, посмотри. Ну, вот только всунул. Да домашняя сразу, ешкин ты кот. Базарная. Так ты хватит уже тут вот это плескаться в этом. Слышишь? А. Рекомендую тебе ненадолго. Я уже нарезаю. Можно? Можно, Марат. Хотя бы в Голливуд съездить. Посмотри, как они там видео снимают. Посмотри, что за спецэффекты они там делают. Елки-палки. Ты «Титаник» видела? Сереженька. Не видела? Так и ты не голливудский актер, мой хороший.
every night. Послушай, сейчас будешь аплодировать. I'm feeding you, I need you, I love you. Every night you go on in forever you are. Что ты слушай, так орешь? А ты представь, что это последняя твоя песня. Вот тонет он, и шо? Может, орать не хочу, елки-палки. Акулы будут только аплодировать. Как-то мне не нравится такая нотка. Какая? Ну, я представила, что он тонет на самом деле. Мне кажется, мне орать не захотелось. Катенька, так она выжила, не переживай. Ты же не смотрела, я же все знаю. Она же выжила. Марат, он врет. Старая стала потом. Ты что, тоже не смотрел «Титаник»? Я смотрел. Ну, она же выжила. Я даже был в музее «Титаника». Вот то под водой который? Нет, который это... Привозят. Вадик возил. А, так у нас же там Вадик, он такие там выставки возит, что обалдеть. Ладно, давай, ребра я убираю, я занимаюсь свининой, режем на какие кусочки, но вот такие? Да. Ну хорошие, ты что? Мясо надо обжаривать? К нам аж... Немножко. Катя. На курдюке? Нет. Слава богу. Удивительно. Слушай, может. Девочка моя. Что, Сереженька? Давай, как это, вспомни, как мы были у Александра Васильевича Галушко. Да. И там готовили борщ. Я хочу спросить, сколько в общей сложности килограмм мяса у вас сегодня присутствует? Ты можешь пересмотреть наше вчерашнее видео. Извини, Марат, я тебя как обычно перебил. И вспомнить, сколько мы покупали. Здесь 2 600 или 2 400. Здесь. Марат, это не перебор? Нормально. Нормально, да? Катенька, ты посмотри на этот казан. Какой перебор, елки-палки. Туда коня можно с кобылой провалить. Ты посмотри. Ребят, борщ мы уже готовили. Есть очень... Несколько классных видео. Чем больше разновидностей мяса в богороче, тем он вкуснее. Вот у нас сегодня практически 4-5. А колбаски, Марат? Там вообще, не... вообще ни для кого не открыть. Те, кто готовили богороч, знают, что... Свинина и говядина, этого достаточно. Все люди, которые готовят богороч, так и знают, что чем больше, тем не хуже. Ого! Шо? Марат, а я и не знал, что у нас на базаре японская мраморная Кобе продается. Да я не шучу, посмотри. Я вижу, вижу. Откуда у вас такая в Израиле? Ох ты, что шикардос еще и блестит. Мама дорогая. Ну настоящая. Домашняя порося. Ох, сегодня богрыч будет. Ох, будет. Ты что, я, как это? Блин, давай, может, парочку оставим вот таких вот и на гриле шмальнем. Ты посмотри на это счастье, только немножко шмяк-шмяк, все. Мраморное. Великолепно. Японцы, выезжайте, я знаю место. Там, может быть, осталось. Хотя мы вчера были на базаре, и судя по тому, что уже блины по... закончились, я думаю, что... Что за предновогодняя суета вот эта? Ёлки, Марат, там такая подают, суета, да. Ты не понимаешь. Ёлки я видел, да. Я вчера был этот... Красавица. Липовачас. Ну, Антонио Бандераса пересмотрел, понял? И с гитарой там вчера. С футляром или без? Да. Ми густа кантар гитара, ми густа кантар эльцион. Мариарчи ми компаньо, кванто канто ми касьон. Ай-яй-яй-яй, ани нямо, ани морелло ин ми курасон. Марат, до самой ночи дома пел даже, представляете? Уже сил нету моих. Не вывозит она меня, понял? Не вывожу, понял? Уже, да. Мне иногда немножко. Тишина нужна. То дети орут, то липован поет. Слышишь, а как вы были у Алены недавно? Руслан сказал, говорит, вот живу, говорит, с ребенком. Понял, она там украшает, там порхает, короче, там делает все эти прелести. Мясо падает, Сереж. Ко мне. Лаки, он ну ест свинину у тебя? Зачем? Ты шо? На. Слышь, Сережа, что тебе дает? Подгон от липована, иди сюда. Лаки, ты будешь? Ой, 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 на. Ты шо? А для Липована? Конечно, вашу коллекцию. Братик, конечно, можно, елки-палки. Зукр залезлыся. Да ты шо, настоящая? Ну, конечно. Вот там, где было написано еще Минздрав? Обалдеть, застиралась. Ты шо, куда-нибудь на видное место. Братик, давай. Ты шо, дуже дякую, я тебе говорю. Ты шо? Марат, все. Я теперь работаю на поезде. Слышь ты. Официантом. Проводник. Там же у них есть этот, не шкаф-купе, а вагон-ресторан, вот. Так я там главный теперь. Все. Блин. Кать, подержи. Чур, я на ней первые 2 недели сплю. Да легко. Слышишь, я шо, чуть не забыл. Ёшкин кот, меня же понесло. Вчера, короче, звонит неуважаемый.
Дениска таки шалом. Ага. А что долго это, говорить? Это опять Катя. Про подарки, да? Что, Серега? Да не про подарки, короче. Ну, тут мой красивый кофе стоит. Что такое? Я понял. Ребята, те, кто уже имеют вот эту вещь, я таки за вас рад. Kill Next называется. Я долго за нее рассказывать не буду. Просто скажу вам, что сейчас перед Новым годом, с 18 числа, у них просто грандиозные сумасшедшие скидки. Я потом руки раздену, еще там пару моментов покажу. Самое главное, вот что это производитель Украина. Кать, самое главное, что это работает безотказно. Нет. Ну так безотказно. Вот, я только Сереге рассказывал. Ты понял, что его Света сделала? Под елочку Света поставила. Трое суток уже горит. Красным. И еще не кончилось. Света под елочку поставила, да? Ну, подсветку, поняла? Какая она у вас молодец, Марат. Не то что. Да, точно, Сережка. Да. Хорошо подметил. Короче, вещь огонь. А вот это вот я вам покажу, вы обалдеете. Ребята, ты что? Лопата? Не, лопата у меня в багажнике лежит. У них такая лопата, что обалдеть можно. Просто что, шикардос. Вот это налобный фонарик. С таким фонариком можно и в разведку ходить, и на рыбалку Марат, ездить, что сижу угодно. Марат, сижу я вчера в нашем гараже, так сказать, в гостиной, слышите? Ага. Дети бегают. Вдруг... Как в сказке светит скрипнул, какой-то фонарик. Я испугалась. А это Сережа обход по дому вдруг делал, понимаете? Выстрелил фонарик. Да. Короче, я тебе объясняю. Делаю обход, но у меня же есть эта прелесть, понимаешь? Но я же жду темноты. Да что она там делает? Ты посмотри. Елки-палки. Вот кошка неспокойная. Куда она целится? Вот молочага. К тебе в шкаф, Сережа. Василиса. Короче, я жду этой темноты, чтобы включить фонарики и походить. Я когда красный включаю, туман, не туман, он так рассекает, его на километры видно. Просто шикардос. Короче, обхожу с той стороны, смотрю, сидит. Мадам такая вся, понял? На расслабоне. Осталось в вашем кресле, Марат. Осталось только за мундштуком сбегать. Ну, дети меня срисовали, понял? И машут мне там, папа, привет, короче. А я им фонариком позывные там шлепаю. Короче, оно тут поднимает глаза, я думал, что как дрыснет, короче, с комнаты. Испугалась. Стоп, Сережа. Что? Свининку отдельно бросай. Мой ты хороший. Давай, твоими руками что угодно. Даже рассказать не дал. Извини, перебил тебя. А то обычно ты меня, а тут я тебя. Все. Ну так когда-то же должно было это случиться, елки-палки. Ребята, вы просили? Марат исполнил. Одесский порт. В ночи... А ну всунь, братья, конечно. Эти вот фонарики я на рыбалку беру, честное слово тебе. Я тебе серьезно говорю. Вот такая вещь. Да на рыбалке, я говорю, я в самом начале, когда ты рисовал, то их же... Миллион этих там вариаций. Но вот это работает безотказно. Вот у меня два таких и два, понял, от солнца. Вот это, знаешь, вот приходит. Да, родненький. Слышишь? А чтоб ты был здоров. Дай руки повытираю. Приготовим сегодня мы с тобой. Вот. Вот такое, солнечная батарея. Ребята, светит так, заодно как раз солнышко вышло. Тихо, у меня просто руки в сале. Ой, на самом деле можно вот под елочку поставить, Сереж. Чего ты мне не выдал их поиграться? Катюша. А. Давай. Ты не хочешь своим маникюром помочь? Оп. Смотри, оп. И сюда его к труселям. Шикарно. Пусть заряжается. А вот это у тебя есть? Генератор. Нет, это нет. Вот он же вырабатывает энергию. Нет, ты лохматишь, подсоединяешь свой телефон. Встал, 5 минут покурил, и телефон зарядил себя. Короче, не останешься там в глухой тиши, что угодно. Радио есть, сирена, фонарик. Именно как этот. Как динамики раньше были на велосипеде. Чем больше педали крутишь, только у них одна педаль. И тепло, и электричество вырабатываешь. Не, большие молодцы. Kill Next, вы лучшие на самом деле. Ага. Эти я заказал две вот таких вот, понял, от комаров, понял? И заказал вот такую одну. Ага. Шикардос! Я двое суток вообще, я тебе говорю, двое суток я себе вообще ничего не отказываю. Ай, молоча. Я что хотел сказать? Хонг-лонг. Марат, я не шучу, это по-китайски. Идет год красного дракона. Хонг-лонг. Я слышал, что зеленого. Нет, красного. Да? Хонг-лонг, что в переводе с китайского, родненький, таки с наступающим. Тебя красным драконом. Спасибо. Пусть свой дракон никогда не шелушится. Всегда извергает пламя. Угу. И дарят людям только добро. Меня дезинформировали. Но какого дракона? Факт, Марат, может, его дезинформировали. Не, мы вчера просто ребята, были... Ребята, напишите в комментариях, какого дракона? Зеленого или красного? Если вообще дракона. Нет, дракона точно. Так, ну хорошо, режьте свое мясо. Так, люби друзья, что я хотел сказать. Скажи. Из специй.
Паприка, ее надо много. Вот это шедевр у меня еще осталось. Баночку у меня вчера украл. Ну, килограмм, понял? Еще немного осталось. Это то, что мы привезли с Турции. Это копченая паприка. Вот такая вот крупненькая, вкуснячая такая, что просто кошмар. Все пойдет куда надо. Ну что, соль, перец там. Болгарский перец. Угу. Болгарский перчик. Все по-домашнему. Который мы забыли купить на базаре. Сейчас. Да, Сергей? Катюша? А. Я ж вчера ходил на базар не за продуктами, ну, да. А на гитаре поиграть. Может, я в прошлой жизни... Гитаристом был. Да. Группы Scorpions. Это ты сам нарежешь? Ну, хочешь, давай по-братски. Это первым делом надо. Я знаю, что с него начинаем. На, тебе лучше. Ты шо? Дай попробовать. Отвернись, я полезаю. На, ладно, с тебя начнем. Ты же уважаемый. Спасибо. Скажи мне, что прямо вот такими вот этими я предлагаю распустить напополам? Вот так. Ну, хочешь ты так, а я... Ну, а я... половина упала. Ты звезда, я уже устал собаку кормить. Лаки, родненький. Ну, ты сегодня от нас не уйдешь. Ну, ему держи. Нельзя столько, ну не Ой. Давайте ему. Да, это чуть-чуть. Угу. Как это нельзя? Она же натуральная. О, бритва. Ты шо шматочки, ой. И как оно тебе тут? Топорик просто шьет по салу. На новом месте. Слышишь? Я ж в рынду, кажется. Ты дал, дал, дал. Да шучу, я шучу, просто вижу, что люди, ну, любят это дело. Ребята, только для вас. Что ты сказала, как мне это дело? Какое? Вот тут по салу и лозить? На новом месте и лозить. Не понял. Не соскучился ты тут? За этим. Какое же оно новое? Это же одное. Ты что, Катя? Какое же оно новое? Куда почеревок? Тебе? В казан уже давайте. Сейчас подождем и можем давать. На этой дубовой шкарлупке железные люди живут. Брат, а что, картошка не идет сюда? Уходит от берега ястреб морской. А мне Сережа сказал, не идет. Идет, идет. Обманул. И девочки машут рукой. Давай. Катя? Что я тебе сказал? Что картошка не идет. Слышь, я уже не понимаю, блин, может, я еще с кем-то живу? Может, я не тебе говорил? Наверное, с котами. Я такого не говорил. Как в Богородь картошка не идет? Ну, вчера я тебе говорила, давай купим картошку. Да она у нас есть. Есть вариант Богородь гуляш, там картошка не обязательно. Так. У нас сегодня Богородь суп такой. Я вот чисто ребрышки по одному распускаю. Да, 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 да. Сережа. Что, Катюша? Останови свой пыл. Я не понимаю тебя. Вот ну я, ты так... Я реально тебя не понимаю. Я предлагаю тебе, пока еще мы как не разогнались в нашем шикарном видео, угомонить свой пыл по отношению ко мне. Хватит пытаться меня там протроллить или где-то что-то во мне найти. Я просто стою и рублю свинину. Что ты у меня угоманиваешь, ешкин ты кот? Тебе хочется поржать? Ну, так, не знаю, посмотри вчерашнее видео за базар, очень веселое получилось. У меня хорошее настроение, что ты... Как это? Не, мне кажется, что у нее не настроение, а срака чешется. Это к чему? По ремню? Да, по замечанию. Скажи мне, родненький, иди почеши, так я сейчас быстренько отлучусь ненадолго, и все будет нормально. А то ты угомони свой пыл. Где? Собрался готовить у нее в ресторане, она мне говорит, угомони. Все нормально? Ты поняла, какой я могу быть мужик? А, ребята, как я надавал только что? Аж замолчала, елки-палки. Смотри, будешь так себя вести, так я на рыбалку уеду. Вон, Сережа, хватит. Ладно. Братик, варим, короче. Только ты, я и Лаки, все. Марат, мы тебе локацию скинем. Фонарики есть, в конце концов. Две палатки, одна на 10 человек, другая на 4. Ты что, не надо, подожди, мы же бросим готовить и пойдем а с тобой. А вы что, с женщинами собираетесь? А? С женщинами? У нас 10 человек едут. Угу. Да, нас двое, а всего 10. А я думала, 4 мужчины и 10 женщин. Неплохой вариант, ой, евреи, вы, ребята, молодцы, бизнесмены, я поджигаю. Поджигай. Музыканты и певцы. Хоть отдохну. Ой, евреи, уморный такой народ. А я всегда в такой момент интересуюсь, а где ты устаешь? Где ты устаешь, моя родненькая? Что ты? Пришла с вахты вот это вот.
Что не хватало? Моряка стояла на берегу, ждала полтора месяца. Серёжа, разводи огонь, хватит уже. Сопли вот это вот так вот туда-сюда. Что? Эй, гамарджоба родненькая. Ой, ё-моё. Вчера на базаре как прицепились, продай, продай, где взял, где взял. Да, ребята, успокойтесь, если вам надо гамарджоба, я еще раз скажу. Алина Маршал зовут. Такие фурики только у тебя будет, да. Ну и у меня это уже один. Это еще маленькая, у нее есть там прямо. Да, есть такие, а я хочу такую, чтобы аж плечо в ней было видно, понял? Плечо. Ну ты шо, понеслась. Разные люди живут. У тебя скула дергается, Сережа. Ай, Марат, Марат, шо? Скула здесь дергается, это ты злишься? Нет, я просто там что-то песню буду пою. И глаза кровью наливаются. Она тебя не перестает снимать. Ну, ну хотя бы микрорайон можно. Но мы не перестаем попытки делать. Мы постоянно готовим много. Даже если мы хотим пол казанчика приготовить, ну такое чисто так для души. Все равно получается полный. Что за казан удивительный такой? Просто прелесть. Че такой красивый? Ты такой красивый, такой большой. Ну. Какой же ты большой мальчик. Глаза у тебя такие, ну и лапа. Ты что сегодня одни красавцы? Сережа, обалдеть. Катенька, видел? Так ему 2,5 года, это взрослый малыш. Гладить его не надо, я потом не буду вам руки закрывать. Да, гладить не надо. Ты красавец, боже мой, боже мой. Тибетский, ты понимаешь? Ты посмотри эти лапы. Я вообще ни разу в живьем не видела. Ты что? Смотри, Катюша, идем быстренько, у нас там уже рецепт стынет, ешкин ты кот. Марат, что я заряжаю по полной? Перец уработали, сейчас 2 секунды я тут сделаю, чтобы уже потихонечку огонь поднимался. Что, ты отвезла баскетболиста, все нормально? Да. Опача. Так и живем, елки-палки. То ездим, то снимаем, то ездим, то снимаем. Что, 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 что? Все? Закидывай сало. Ах ты! Сейчас печат. Как пойдет, Марат, да? Как пойдет, раз-раз, и все готово, а? Как она? Где мой топор? Хочешь, чтобы все было у нее за 3 минуты, ты понимаешь? Скороспелка, елки-палки. Вкусно и за 3 минуты, понимаешь? Ага. Ты шо? Начинается мэджик. Ритуал сегодня соблюдать не будем. Так какой будет. Ритуал? Кать, ты такой уже снимаешь богрыч. Марата ритуал. Второй, наверное. После каждой закладки. А-а-а, да ну, Марат. Чтоб вы были здоровы. Это не я придумал. А что ж Сереге делать, я, если я он шо? Не пьет? А я специально не пью, потому что я собираюсь после богрыча заехать в Драфу и взять себе свеженького вкусненького. А если не ошибаюсь, а я таки не ошибаюсь, у них сегодня открывается еще на поселке магазин. Ха-ха-ха! Не, ну на поселок не поедем. Так что, ребята... На Заболотного? Да, на Заболотного. Все тудой. Ух, там пиво, я вам... Хотя шо говорить. Мы сюда, когда они нам принесли, понял этот ящик. На второй день мне вот он понравилась, третья бутылка слева, если не ошибаюсь. А его люди снесли уже. Потому что свежего, и нема уже, да? Свежего, вкусного, да, много не бывает. Да, именно выпили, понял? Просто так, именно а люди выпили. Хотят такие коробки, не каждый может достать, понимаешь? Не надо в очередь стоять. Драфа! Срочно ищите себе плоскаря. Ой, плоскаря. Столяра-плотника. Да, пусть строгает вам эти штуки. Блин, балдеж. Вот это обязательное, вот с этой именно с почеревкой, с копченостью начинается. Копченое, чтобы было сальцо. Ребят, не зажаривайте прям, нам надо его чуть-чуть растопить и будем продолжать. Сейчас будем добавлять через минуту лук. Ох, оно теплое, зимнее, осеннее. Короче, вот все, что холодное, вот когда готовите борщ, сразу на душе. Лето, август месяц, ты в плавках такой. Все теплом согрето. Жопа волосатая. Что-что? Лето, все теплом согрето. Ё-моё! Заговорила. Тебе, что, тебе понравилось? Она что-то раз, помнишь, подпевала, ты угорал там, елки-палки? Да? Ты что, размотала маленькую? Катюня, сейчас споем. Какую? На берегу морском нашел я денежку и положил в карман, как Ты как босяк какой-то. А мне вчера такие орехи дали.
Я их окинул на карманы, аж мужиком себя почувствовал. Вот такие ему рады, грецкие, два, здоровые. Да. Это от них ты зеленый такой? Желтый. Это он мандарины нет, ест, не это перестает. Я перец резал. Нет, 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 это ты мандарины перец. Килограммами кушаешь. А, и мандарины, да. Ясно. У моря синего нашел я девушку, а эта девушка ушла в туман, как яхта белая под легким парусом. Была стремительна и хороша. Ой, а я мальчишечка это. С одесским паспортом. И за душою нету ни гроша. Подкидывайте лук. Да подожди ты, посмотри, что происходит. Шедевр какой. Ой, Марат, посолить цибульку в руку. Хряц, хряц, хлобысь. Ой, хорошо. Я сейчас половину продукта изведу. Да тихо, тихо, успокойся. На, дорогой. Прямо именно? Как турок или как нормальный? Как хочешь. Как твоей душе угодно. Или как совесть позволяет. А у нее, друзья, да кто не мне чита, барские волки все, как на подбор. Зато в груди моей теперь живет мечта. Хоть и я мальчишечка, бандит и вор, я крупный банк возьму, да без напарничка, и белым парусом к ней подрулю. Ты полюби меня, лихого мальчика, ведь я давным-давно тебя люблю. А, с языком, понял песню? Песня с языком, ёшкин кот. Ты шо, мне Хонгиридон сам завидует, ты шо? Хонгиридон? Да, о, руки-то я освободил. Та-да-да-дан-да-дан. А это то, что мы брали с тобой на рыбалку. Помнишь, почему у нас клюка, почему у нас щука клевала? У меня рот на морозе заговаривается. А весной опять да поедем. Потому что... Понял, какая она у меня прагматичная? Я просто люблю икру. Нет, ты просто любишь икру. А, вот точно, она именно любит. Я она... как есть, я сказала, как Катя, есть. Катя, на рыбалку надо ездить всю жизнь, а не только за икрой. А я люблю икру. Ребята, это шедевр. Под водой не тонет. Светит. Красный цвет. Здесь три режима. У белого тоже три режима. Это просто исполнение от души, елки-палки. Похоже на муху. Хорошее. На что? На муху. Ну, есть такое дело. Чтобы ты понимала, вот это не просто соты, вот там вот внутри тебе видно. Угу. Это запатентованный фильтр. Да. Он не отражается вообще нигде. Вот красный включил. А ну, давай. Давай что? Одевай. Ты балда, у тебя что, бинокль есть, чтобы ты меня видела? Нет, так-то ты его увидишь. Это через фильмоскоп. Ах ты. Красиво? Ну да. Я тоже под елочку положу, слушай. А вот смотри, раз. Опа, усиление. Слепит тебя? Это не слепит людей. Через фильмоскоп не слепит. А если без фильмоскопа, то слепит. Хорошая вещь. Ты меня в глаз стрельнул. А что ты? Только как это? Тебе вот это вот положено меня слепить? Как включить вспышку, елки-палки, потом зайца ловлю себе. Что ты делаешь? Тут что-то откручиваю? Откручиваю, да. А, это батареечка. Батарейка непростая. Короче. А если с той стороны открутить, угу. Он еще и заряжается. Понятно. Заряда хватает, не знаю, насколько рыбалок, я еще не ездил. Хорошо, Сережа, там Марата уже все сжарила. Да пусть, как следующее. Это что, еще Марат, и пахнет. Следующая говядина. Давай, Сережа, говядина. Эх, ты мой маленький хорошенький, жди, скоро на рыбалку поедем. Я на тебе щуку. Хочу сказать... Весна не за горами. Кать, уже... Новый год придет, уже... и раз, два и поедем. Каешкин ты кот. Уже в щуке икра есть. Немного, да? Ну есть, да. Не, можем немного, уже потихонечку не ездить. Так слушай, холодно сейчас. Да не холодно, с таким фонариком не холодно. Давай, шо, давай, давай. Где говядина? Огонь нормально тебя устраивает? Да, можно сильнее даже. Давай, я поднимаю. Может, сейчас будет добавлять. Ой, Марат, Марат. Много холодных продуктов. Ты помнишь Банаш Васильевича? Я вчера его вспоминал хорошим добрым словом, потому что мы были... Мне на... снился даже этот баныш. Да ты что, мы были вчера на базаре, и меня там брынзы нашей болгарской поедем. Угостили. Ёлки-палки, она ж такая, прямо как настоящая. Давай, 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 горит. Что ты там, тяжело что ли было это сделать? Вот ты даешь. Я люблю, когда ты делаешь. Когда я ляпаю? Да. А, ну так посмотрите, Марат, сейчас раз воды налили и готов. А? Катюш. Ну что? Слушай. Вот тебе повезло, что ты имеешь ресторан, но повезло, что ты готовить не умеешь.
почему? Иначе бы в своем ресторане только ты бы и ела. А знаешь что? Главное правильно распределить обязанности в бизнесе и жизни. У нас что сегодня? Тренинг. У нас просто люди отдыхают на нашем канале, елки-палки. А может кто-то что-то учится раз... чему-то, Сереж? Чего ты так сразу же? Не все же ржать вот так вот допеть. Свинина, ребрышки. После этого пойдет морковка. Я понял тебя, Риденьки. Так, туда-сюда, это надо будет открыть. Может, я пока врублю ребра? Вруби. Вот это все, может быть, вам не надо так много? Катенька, нам надо даже больше. Да, вам так много надо? А тебе жалко? Ну, нет, не жалко, просто я людей же готовим. Экономная, Маратик. О, я бы съела такое ребрышко. Не-не-не, здесь... Нет, дай мне, пожалуйста. Мало. Целое? Да, ну как целое? Отрежь. То есть все-таки много. О, вот это мне. Обалдеть, слушай, прямо каре ягненка. Плохо мне не будет? Ну давай узнаем. А чуть. Ребята, такие шалом здоровенькие были. Ты шо со старту, красавец? Добрый. Вы что, на запах, на аромат пришли? Все как есть, да. А ну дай, чтобы оригинал. Да я уже понял, что вы как это, нормальные ребята. Сегодня, так, кроме карасей, шикарный богрыч будет. Богрыч с карасями. Где еще такое? Где еще такое видано? Руки чистые, но вкусные. Да. Так и да, процесс идет, все нормально. Катюша, ты что с двух... А, я думал, ты с двух телефонов уже шмаляешь. Так, надо ждать, да? Так, Богрыч? Да вы пока что-то там выпейте, уже мы и приготовим. Да. Забегайте, пробегайте. Да. Будьте как дома. Все. Так и велкам. Где? Вот я она. Я отпустила и тебе оставила. Где? Вот. Попробовать. А если бы я перепутал? И что бы сделал? И пожарил бы для людей. Нет, а человек нет. Сидит такой и говорит, опа-ча. Так это не мой размер, а где оно? Кать. Да успокойся-то, елки-палки. Ах, шикардос. Катюша, аккуратно, потому что может... В глаз стрельнуть? Отлететь, да. Маратик, кидай пополам, да? Да, родной. Все. Надо брать тот топор, который тебе... Блин, так я забыл про него. Сейчас бы он тот, что надо было. А? Ты бы как дал сейчас? Эх, я просто не хочу, Сережа, чтобы она разлеталась. Где мисочка свободная? Скажи, есть? Мы, а Дон Кихота мы есть. Повезем дяде Диме? Марат такой... О, тихо. Фонарик. Такой Дон Кихот к нам заехал? Такой Дон Кихот заехал, ты не понимаешь, обалдеешь. А Санчо Панса есть? Нету пока. Вот надо... Срочно нужен Санчо Панцирь. Этот топорик тоже шикардос. Так что, дядь Дима? Жди с Дон Кихотом. Не, короче, нам подогнали. Надо немножечко подреставрировать. Ну, вылитый Дон Кихот, понял? Да. А на самом деле, мне кажется, испанский... Рыцарь. Конкистадор какой-то. Такой, ну, из железа. Ладно, будем дома, покажу. Марат, морковочку доставай, добавляйте. Сейчас рано, чуть-чуть мяса сейчас еще хватится. Угу. Ну, Сережка, ты по-богатому. Как обычно. Что, паприку чувствую, уже надо вводить. Что? Ребят, вот припустили говядину, добавляем очень много паприки. Ну, то есть на вот это количество мяса ложек 10. Короче, совместно. Это слегка пикантное, это обыкновенное. И копченое. Вот эту всю высыпайте. Какую? Банку мне освободить. Вот эту? Да. Ты шо, елки-палки? У меня банку отжал вчера. Успокойся, да я верну тебе эти, что под анализы надо. Марат, давай, становись, как какой-то рукой ты будешь мешать. А, не видно ничего. Так я тебя сверху буду сыпать. Дуй. Скажите, а какой адрес у вас? Королева 88/1. А, вот это туда попали? Так. Видеоуроки вы даете? Мы. Да. Это к нам. Ох ты, елки-палки. Одну минуточку, пожалуйста. Подруге огромный привет передавайте. Сейчас мы к вам вернемся. И для нее видеоурок снимем. У нас тут съемка просто идет. Подождите. Это чтобы ваша подруга в Бостоне поняла, что мы готовим. А то, что? Да, здесь надо все время мешать, потому что я знаю. Будет гореть.
Так что ты мне дал и этот, и тот. Короче, давай, смотри. Посмотри, кто случился. Ё-моё, салют! Почему давай, ты без лестницы, давай, Костя? Потом, потом. О, все, все, Марат. Не вовремя. Все, Марат ругается. Здесь нельзя не ругаться. Дождались. Потому что сгорит. Дождались наконец-то. Все равно ничего не видно, Марат. Тут только мешать все время, папа. Давай, тут всыпай. Морковочка пошла. Это вам не блинчики делать с фаршем? Да. Да. И сразу свининка. Давай. На, Сережка. Та ёшкин ты кот, когда ж ты научишься? Запомни. Тоже смотри мои видеоуроки. О, вот это да. Ничего себе, Сергей. Вот это шикардос какой. Марат, вы видите? Вижу. А то, что я хотел. Сказочная красота. А вы видите фильмоскопию? А запел, как казан, запел. Сережа, это что-то нереальное у меня тут. Серьезно? Угу. Хочешь посмотреть? Ну, я потом, когда буду монтировать, посмотрю. Ёшкин кот, как она, да ты шо, копченым прямо, я не знаю, турецким базаром запахло. Я когда шел и у той бабушки увидел вот это вот, сразу взял. Она мне говорит, зачем ты берешь 2 килограмма? Я говорю, Катя, мы же чаще готовим, чем в Турцию ездим. Нам так и надо. Ну нам же так и надо, ёшкин ты кот, такое счастье иметь. Так это мы еще будем добавлять. С возвращением, блудный сын. Костян, здорово. Здорово. Маленькая салют. Ты что такая лохматая? Прямо красавица, елки-палки. Я представляю, что у тебя под мышками. Эх ты, шикардос. Так, еще немножко покажи паприки. Так, еще паприка. Ты с лестницей приехал? Так, чтоб кондиционер висел, как хочешь. Договорись, у нас там леса есть. Да. А, кстати, у нас там есть леса. Игорек, спасибо огромное. Чем ты так хрустишь? Ой. Я думал, ты капустой закусываешь. Это ничего обязательно себе. Вот столько сельдерея, ребят, бахнем сейчас. Все, Марат, я ввожу воду. Води. Води, Сергей, води. О, как окрасилась. Марат, а Давид не уехал, надеюсь? Давид обещал приехать на Богрыч, он очень любит. Рыбу заодно забрать, не забыть, для Вадика. Хорошо. Он когда уезжает? А он каждый день уезжает. Ну ладно. О, как сельдереем пахнет, ё-моё. А мне паприкой копченой. А есть салат с сельдереем? И не один. А вот эти все смузи, смузи, знаешь, да, любишь? Угу. Нормуль? Нет. Водички побольше. Я хотел, чтобы немножко растомилась, остомилась. Я-то ее дам, но она будет булькать. Вот сейчас чуть-чуть оно еще немножечко процесс обжарки. Картофан уже, скажи, пусть отдадут тебе. Да, вот именно за ним я пошел. А, Васильич, вот так вот примерно. Катюнь, иди, я для тебя сейчас дым раздвину. Я тучи разгоню руками. И в прошлое? О, закрою дверь. Бада-бада-бада. Бада-ба. Ты не нужна теперь? Вообще? Поверь. Поверь. А, да, елки-палки. Так, хе-хе-хей. А что такой красный стал? Что? Что такой красненький стал? Кать, на улице температура, у меня же другая температура. Я же себе что красный стал? Я же болею потом после твоих этих видео. Блюдо дня. Что, не помнишь, как я себе лицо испортил? Я тебя полечу, Сереж. Что, чем? У меня зелье. Лизать будешь мне? Приворотное. Надо будет и полежу. Картофанчик. Марат, чтоб покрыло? Да. Еще чуть-чуть. Оздо? Оздо. Ребят, пока больше никаких специй, кроме паприки, здесь нету даже соли еще. Пока ничего не даем. Ваш, конечно, богрыч будет вкусный, но самый вкусный богрыч у Васильича. Который мы готовили? Да. Просто там атмосфера другая. Конечно. Там снег, елки, ели, горы. Не дразнись.
Мне уже снилось, что мы туда едем. А ты что, едешь? Ты посмотри. В Яремчу? От Костян. Надеюсь, Косиличу? Ребята, все в Микуличин. Вот тебе телефон. Ты что, ты отель замечательный, а что ты там как домой попадаешь? Приезжай, скажешь. Василич, встречайте гостя, елки-палки. Да? Ты кайфанешь. Ты что, там и баня, все, что хочешь. Не знаю, кайфанет ли Василич от него. А он, конечно, кайфанет. Только ты же едешь с лестницей. У него же там тоже... И прилично веди себя там, Костя. Кондиционеры. Это кто? Павлина? Ты наша бесхвостая красолька. Вот, вот так вот, по-крупненькому, по-вкусненькому. Ай, картошка, картошка. Шикардос. Марат, а там так бурлит уже, что? Отлично, можно довольно. Что прямо хочется любоваться. А где оператор там? Оператор. Катюня, ты успокойся. С этими, вот же любительница животных. Ну-ну. Там кошка павлина лежала красиво. На пианино? Ага. Охраняет? Да. Смотрит на собак. С недоверием. Там у нас сегодня такие собаки, что и сильно не попонтуешь. Что ты чем-то недовольна. Быстренько угомонят. Не, у нас все по-мирному, по-дружному. Обалдеть, Марат, что там так шкварчит, кипит, а? Ребята, ловите по аромату. Елки ты палки. Аж запахло. Марат, у тебя сосиски, их и так немного, еще и... Не-не, это не сейчас. Это улетай. Нет, это я в том плане, что они у тебя улетают. Сейчас, туда укатываются. Сельдерей. Уже? Уже. Красавчик. Обязательная нотка. И наши копченые ребрышки. Ого. Навалило. Там даже собаки ругаются, кто первый будет богрыч нюхать. Так хватит на всех, тем более туда дым идет. Что? Минут 20 я хотел людям сказать. Мы потушили. Так говори, микрофон у меня, прямо сюда говорю. Так вот. Потушили мясо минут 20, добавили ребрышки копченые. Повернитесь людям, людям к лицу, прием? Марат. Что вы там ему в грудь говорите? В микрофон. Катенька. Главное, чтобы ты не смеялась в это время. Должен говорить. Так, что я опять накрываю? Да. Да, это надо накрывать, потому что невозможно рядом стоять. Ёханый бабай. Вот ароматнейшая радость. Скажи мне, картошки нормально или еще? Вот я уже почти ее всю. А ну-ка тихо, что это такое? Вот тут. Еще 3-4 картошки не помешают. Сейчас я пойду скажу. Марат, ты посмотри на наш казан. Вот не картошка, вот 3-4, а именно 3-4 да? Килограмма ты хотел сказать. Маловато. Маловато. Ай, чистый Марат. Давай еще килограммочка в парочку засунем. Не, килограммчик хватит. А, я тебе еще раз напомню. О маме. Ну, придут сейчас люди, съедят. У нас будет 80 килограмм. Килограмм? Богрыча. Литров, килограмм, как хотите называйте. Ты сейчас увидишь. Ребята, не слушайте его, полный казан. Угу. Полный казан, да. Все. А я тоже думаю, что 80 литров не соответствует 80 килограммам, Марат. Катенька. А. Ты такая грамотная, вот тебе вот богрыч ведерце, будет, иди сходи, ну, за картошкой. Объем 80 литров, но я думаю, килограмм 60 этого богрыча будет точно, если на вес. Короче, торгуем на килограммы. Угу. Считаем все, дружно. 2 килограмма на порцию. Так, чистота, красота и порядок. Это таки да. Так, шо? Руки у меня чистые. Давай, нападай. Хе-хе-хе-хе. Оператор. Шикардос? Так, и поменяем. Все. А, Марат, меняемся, давай. Все. Мадам. Ай, боже мой. Красота. Смотрелась. Не, красота будет сойти сюда. Сейчас. Хлобысь. Опача. Супер. Согласен. А теплая какая? Ай, мама дорогая. А вонючая, наверное, какая? Спасибо. Катя? На какой руке у меня кольцо, елки-палки? А? Хочешь фокус? А ну.
Давай. А, не там сейчас не будет. Ой, да что ты меня пугаешь от этого? Так а что ты перестанешь так вести, елки-палки? Ты что? Уже и пошутить нельзя. Там я твои шутки в Одессе держу, что ты их чересчур как-то очень много. Уже поскорее бы уже Давид уехал. Алешка жарил на баяне, шумел-гремел посудою, шалманов дыму, табачным, как в тумане. Давай поцелую, Сережка, тебе. Чтоб ты не бурчал. О. Вот как он так вот готовит, что все не время говори. У него остается. Да? Марат. Что? Ну, чтоб ты понимал, это обратно на базаре не принимают. Ну вот это желтое я не хочу. Почему? Так я тебе и не дам его, елки-палки. Это не желтое, а светло-зеленое. Это вкусно, Марат. Ну, конечно. Самое вкусное, вот то, что ближе к корню. Ты что, не пробовал там ни разу? Сделай обрезание, пожалуйста, чесночку. Ты его хочешь в каком виде туда отправить? Прям целиком. Ну так зачем обрезание, если я ему сделаю обжигание? Это ж будет еще и вкусно. Глянь, какой чупа-чупс. Это для Катеньки? Ты чувствуешь аромат, какой пошел сразу? А? Конечно. Роза ветров. Прямо шикардос. О, так совсем по-другому запахло. Печеный чеснок. Давай дальше подавай. Я тебе уже открываю, чтоб ты бросил. Лерочка, спасибо огромное, елки-палки. Иди чеснок тебе дам понюхать. Я долго так держать буду, эй. Он заигрывает. Поменяйся. Да убери крышку ту в бок. А перчатку одел, елки ты палки. Думала на горячее. Марат, положи туда эту штуку, дай мне еще здесь три чесночка, а то у тебя и бицепс твой пострадает, пока я допекусь тут. Что, Костян, у вас так в Харькове готовят? Ну да, вас же только солянку на рыбе готовят. Ох, вкусная была, вкусная, ты помнишь? Солянка, окрошку, елки. Ну холодная солянка, блин. Не, ну окрошка была вкусная. Да ты что, бесподобная. Блин, Катенька, вот это сказка. Ты чувствуешь, как пахнет печеным? Опача. Я как сварщик, елки-палки. Очки тебе. Или кто там? А, где-то были. Маска была. Маска была, да. Или противогаз. Сюда все сойдет. А в гамарджобе лучше всего. А чтобы ты понимал, я иду, дождь идет, а уши сухие. Потому что аэропорт. А потому что, да. Алиночка, хочу, чтобы и плечи были сухие. Потому что уши не торчат. Потому что кепка хорошая. О, слышите, как бухтит? Да, ё-моё. Плов где-то сейчас тихо стоит и завидует. Давайте рис насыпем. Что мы сегодня готовим? Ребятки, кроме паприки здесь пока специй нет, напоминаю. Да помним. Я, короче, потихонечку Анну раздеваю. Это вот после картошечки, да. Сейчас да. Попробую. Анна, это вменяемая. Пишта. Вот этот Эрос. Вот знаменитый Эрос. В Венгрии человек. Вообще огонь. Слышишь, а черная? Это не каждый себе такое может в рот всунуть. Марат, на тебя похож. Тоже с усиками. Все, так вот это вот есть. Три крышечки. Еще у нас есть... Тюбик. Вот это обязательно, да? Чипош. Тоже островатая, да? Это обязательно, что не видишь? Погреч в казане на костре. Прямо как у нас. Все сюда. Из того, что я вижу. О, ёпсель-мопсель, лук сушеный. Да, обязательно. Чипош. Замечательный. Специя для погреча, куда ж без нее? Где тут открывашка? Слышишь, а перемешать все вместе, получится сванская соль. Ну, не совсем. А, нет, конечно же, но очень-очень-очень благоприятный аромат. О,
а вот это уже немножечко, уже чуть-чуть пахнет чем-то хорошим. Люди пришли к тебе. Здравствуйте. Здрасте. Ох, какие вы красивые. Да он добрый, несмотря на то, что черный. Он бы знал, другой бы костюм одел сегодня. Ай-яй-яй. Наверное, колбасой от тебя пахнет. Ага. А вы курите или стесняетесь? Не-не, мы курим. Ни то, ни другое? А, если что, как это? Дорогу знаете. Тихо, не сядь мне на бутылку. А что это у тебя такое тут, Сережка? Катенька, это только что приходил дедушка. Так, подожди ты, елки-палки. Да кто ж так... Сразу видно, что не липованка. Кто вот так вот быстро вот это отбрасывает в сторону? Ребята, края мои родные, елки-палки. Не исключено. Я вот такой вот вылитый был, один в один. Загорелый и белобрысый. Посмотри, школьников возят. Ох, старинные и древние. Бачь, как у нас... За водой липованочки ходят. Почта. Ё-моё. О, мы тут были. Да. Помнишь, Марат тут гулял с... Да, конечно же, помню, да. Марат, вы помните? Ты помнишь, когда в тебя бабушки печеньком тыкали, подумали, да, что ты отец одинокий? Вот так вот хаты липованские выглядят. Да ты что, камышовая крыша самая теплая. Ёлки, ты палки. Вот это улицы. А, только что заходил, уважаемый дедушка, да. Вот это липованские улицы. Ути плавают, дети... Купаются, то лапаются. Селедка, посмотри, сколько, Марат. Обалдеть. Дунаечка наша замечательная. А на гармошке. Алеша жарил на баяне. Шумел, гремел посудой, шалман. Ой. Боже, это каких годов фотографии? Ну, судя по тому, что пионеры очень старая. А ну-ка, Катенька, 70-й. Да я тебе быстрее скажу, ты что? Я в 78-м родился, по-любому это был я. Смотри еще. И газета какая-то. Килия, ты понял? Обалдеть, Придунавье, Измаил, Реник, Илья, Болград и Вилково. Ну, наши липованские края. Все, ребята. Дашь почитать? Ты знаешь, что это? Что? Клубника. Вот так вот на острова ездят, а потом приходят к причалу и клубникой торгуют. А вкуснячая какая. Это базар? Ну, рыбаки, это виноград. Это новачок. Вот это вот новак. С него вино вот это замечательное получается. Ты что, хаты бесподобные. Что еще? Это для детей. О, кулинария старинная. 57-го года, ты понял? Ничего себе. Марат, здесь столько рецептов, что у тебя столько нет. Ты обалдеешь. Смотри, что-нибудь с горохом. Солянка рыбная. Короче, тут читать не бить читать. О, полуфабрикат шашлыка. Сборник рецептов, короче, разных народов. Ё-моё, прямо с технологическими... Громовочками совсем. Ага, а вот смотри, старообрядцы русские на Дунае. Ёлки-палки, липование. Бачишь? Это вообще как у меня книга, только другая. Что там было? Фамилии какие-то. А мне пионы попались. Фамилии русского населения. А, пилипоны. Да, некрасовцы. Ты что, породы разные. Бачишь? Вот у меня есть книга липованская, там истории, традиции, современность, как они взялись, откуда. Вот это то же самое, только вообще именно расписано в деталях. Обалдеть. Килия. 818 года. Слушай, тут даже есть? Так, в целом старообрядцы составляли немногим менее пятой части, 18,5% от всего населения города Килия в начале какого-то века. Последующими абсолютных и относительных показателей наблюдается их существенный рост. Ну как это, ну любим это дело. Ой. Ёшкин кот. Марат, дам почитать тебе. Обязательно. Тоже станешь еврейский липован. Липование из буковины. Ты что? Тут если даже почитать, то я думаю, что и китайцы от липован произошли, по-любому. Вот настолько древний народ. Так, это в коллекцию, в нашу библиотеку пойдет. Ты что, детям дам полистать. Хотя что, а мы их брали с собой? А, мы же брали с собой, я кого, помню. Детей? Ну да. Ты что? Совсем уже? Я ж помню, что вы за яйцами ездили там. Вот красота такая была. Ой. Елисеев в завершение упал в канал. Ну как, ну не без этого. Как такое забыть? Слышишь, а ну. Ты кому звонишь? Где мой инстаграм? Я не звоню, а я хочу поискать. Нет, ты можешь это сейчас не снимать, я найду. Это долго. Я же в инстаграм выкладывал. Закат? Да, сделай паузу. Сейчас я найду. Ребята, кайфанете так, что поймете, что самое красивое место это такие у нас там Вилково. О, даже лаки поддакивает.
Сережка, ну мы так можем до утра с тобой искать. Там 1200 публикаций, елки-палки, не нашел. Понашлепал это в Инстаграме, теперь я не знаю, что делать. Марат, идите специи добавлять. А? Давайте специи добавлять. Давайте. Красиво. Это целый казан мяса у вас? Да. Пол казана, больше. Мы же недавно с тобой вчера на базар сходили. Слушай, посмотри на эту свинину. А? Нереальная красота. Давай, давай, томись, варись. Что добавляем? Пишты? Пишты. Добавляем соль немножко. Так, сахар, соль. Что, погнали? Солью мы сейчас немножко аккуратно, потому что у нас вот эти вещи... Они соленые, 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 да-да-да-да-да. Пару жменек все равно бахнут. Давай с пишты начнем, потом соль. Давай. Подыграли бы солью, потому что этот надо. Скажи мне, что деда злого всего? Я думаю, да. Не стесняйся. На, попробуй. Ты просто, чтобы краешек, мизинчик возьми, вот так вот просто попробуй. Чтобы ты понимал, насколько мы это можем себе позволить. Да, пару ложечек чайных можем. Так не все? Да, пока так. Не все, потому что у нас будет еще теперь вот этот вот. Если это больше как паста, ой, какая вкусная, то это уже себе вот такая себе венгерская аджика. Шикарная. Тоже острая. Борщ должен быть такой. А Анна, это одна сплошная нежность. Давай, короче, всех по-братски вот так вот по парочку ляпнем. Тюбик. Тюбик ляпай. Я тоже есть? Давану. А смотри, какая она красивая. А, куда? На ложку? А дай на ложку. Да там будет видно. Да я тебе цвет покажу, ёшкин ты кот. Посмотри. Бачишь? Это чисто для богрыча сказка. Ага. Все, теперь сейчас я все дело помешаю. Все, искупалось. А ну-ка. Чтобы оно уже чуть-чуть везде проникло. И будем потихоньку пробовать. Что там у тебя еще из спецэффектов? Эту банку всю. Ага. Ребят, очень важно. У вас, может быть, нету специальной специи для богрыча, но тимьян вы всегда найдете. Это важно в богрыче. Он должен там чувствоваться. Подставь ручку, Сережа. Прям вот так хорошо. Ох, оно и яркое намечается. Все, сейчас оно бухнет пару минут. Я его попробую на соль, на перец. И будем закладывать уже картошечку. Буквально через 10 минут. Что у нас там? С дровишками? Опа. А я пару крепких кинул. Не, они горят потихонечку. Так я сейчас еще вот такие... Две чурочки. Вот мы на них уже и доготовим, Марат. Оп. Шлеп. Слышишь, как эти известные барабанщики? Да я забыл. Как они называются? Не мальчик, юный барабанщик. Так, аккуратно. Мальчик, мальчик, Марат. Прямо концерт из барабанов. Ого, как там подпрыгивает. Обалдеть. Шо, картофан? Картофан. Та-да-да-дан-да-дан. Шо ты, Марат, говоришь, 10 минут? 10 минут бросаем. Потом дальше у нас... Бросаем перчик. Ага, еще 10 минут и бросаем... Томаты. Томаты. Кто-то бросает томаты сразу. Я вот проверял много раз. Картошка... намного хуже варится, когда в кислой среде. Проверено, ребят. Поэтому я томаты добавляю. Да все тебе верят, елки-палки. Хорошо, да, я немножко приукрашу. Да, сухой лук. У кого есть, пожалуйста, не жалейте. А если нет, идите на привоз. И у вас тоже таки будет. Ох, ты шо. Вот кто это придумал? Ё-моё. Как он пахнет. Так, хватит. Еще на пару блюд останется. Ну, еще немножко от липована. О, все.
А специи вот это вот сбалансированное так нарядило, Катюня. По остроте вообще мы именно выиграли. Да, уже аккуратно. Мы же как это? Ну мы же готовим. Позволишь мне немножечко? Не, не позволю, потому что так тепленько тут возле вашего да, казанчика. Да, да, это я знаю. Я думаю, нам надо немножко водить. Я добавлю сейчас, я как раз за это вот смотрю. Потому что мы хотим сделать надо, такой чтоб... полусуп сегодня богрыч. Так он так и должен быть. Да. О, все, теперь пусть картофан разматывает по полной. Все. А Василий еще, помнишь, чепетки делали? О, да. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Я люблю чепетки, когда делают богрыч гуляш. Вот именно гуляш. Да. Ну, оно живое, оно живое. Без картошки. Ага. Вот овощи точно так же, мясо, только без картошки. Так, тогда вот чепетки. Без 10. Хорошо. Засекаем. Засекаем. А вы без меня можете положить эти томаты? И опять надо ехать. Давай, ну ты сказал, что... Положим, конечно. Вась, давай, возвращайся уже, уже на финиш. Все, ехай давай, куда тебе надо, елки-палки. Тоже. Что там, томаты и перчик, да? Да. Томаты и перчик, все. Зелень. А я приеду, помешаем и людей угощать. Колбаски. А? Куда да, ты Сережа, укатилась? Не скучайте без меня. Ох, какие красивые. Я тут не просто стою, я еще и охраняю. Тут все подходят фотографироваться и две колбаски. Фотографироваться и две колбаски. Ну тебе же не жалко? Нет, конечно. Просто надо... Больше брать. И это тоже. Запомни, кто фотографировался, и им в тарелочку. Не доложить. Чуть больше ребрышек давать. Да. Ну давай, едь, вези баскетболиста обратно, мы тебя ждем. Оператор вернулась? Да. Ты шо? Навсегда. Скажи, что мы без оператора сделали. Перец добавили. Да мне уже неудобно. Мы перед тем, как она уехала, раза четыре сказали. Ты шо, Марат, вы... Ой-ой-ой-ой-ой. И перец давай. Шо, братцы? Хорошего дня. Спасибо, Ромя. Мы в следующий раз с 6 утра начнем елки-палки готовить. Ты шо? Да не, ну 6 утра уже не перегибайте. Да я, ну зато будет час готово. Карасями накидали. Все, ребята, крепкого здоровья. До свидания. До скорой встречи. Эй, помидоры там. Перец там. Счастье там. Слушай, я гадать могу на вот этой гуще, а? И что, сахарком чуть подыграли, кислинку там что надо добавили, короче. Регулируйте каждый как хочет. Фу. Вот я глаза закрываю, 100% Василич сзади стоит. Вот один в один исполнили Василич. Такие. Ждите в не гости. Посрамились. Тебе не стыдно обманывать людей? Нет, я в этом году обязательно поеду. А, да. О, Марат, слышал? В этом или в следующем? В следующем. Сейчас только Давид уедет и поедем. Слушай, прямо по-настоящему, а мне еще бубочки попались от этой... Чеснок. Тудой? Да, много, ребят, много чеснока. Вот что есть дома весь? Да. Тарелочки уже вам говорить, чтоб несли? Да. Так ты что? Сначала людям отдадим, потом сами пробовать будем. Хорошо. Ой, Марат, немало, хватит, а? У нас уже очередь прямо здесь. А что вы тут поварёшку забыли мне? Отчёт. Кто там? Отправим отчет. С удовольствием, да? Да. Марат, присоединяйся. Давай. Конечно. Ридненький. Отлично получилось, получилось, получилось. Круто, супер. Эх ты! Все, и вам какая вы мягкая. Ёлки ты палки, ты что? Я думал, что у Марата усы. Говорю, нет, не может быть такого. Там что-то другое. Все, Марат Джан? Да, все, все. Ты попробовал? О, Ефимычу, огромный привет. Да ты что, сотри. А ну-ка. Смотри, только ничего бы не выпрыгнуло. Не чвиркнуло? Ну да. Катя, это я как это контролюю. Ох ты что. Да, ты каждый такой же, да? Печеный жар. А что их тут всего 3 штуки? Конечно же. Опля. Так, это вот сюда. Сегодня лаки на расхват. Прямо. А того не спросили этого? Тибетского? Ред. А, Ред зовут его? Да. А, ну, а в принципе, он такой цвет такой. По нему же понятно Red. Было. Может, ты бы набрал людям? Ты видишь, как я ложу? Да.
Ой, Марат, вот так и кушать будете. Ох, какие знатные чесноки у тебя в сережках. А? Прям сварили, Марат, как в афганском казане. Вся целостность осталась. Где ты третий? Чупа-чупс липованский, выходи. Ах ты шо, пюре ароматное. Слышишь, ну со стринкой мы именно дали так, как надо. Главное не переборщить в этом деле. Главное не умничать под руку. Ты вообще знаешь, я тебе расскажу легенду. Можно? Катя, конечно же, я ее слышал, давай. Катенька. Да. Я слышал ее из первых уст, кстати. Мне даже вот те заключенные рассказывали. Заключенные, да? Конечно, да, рассказывай. Во время войны, когда это... Катюша, самое... послушай уважаемого человека. Турки там воевали с венграми. Было много пленных, и турки попросили этих пленных сделать им что-то покушать. Угу. Они им сделали богрыч, сделали очень-очень острый, что турки есть не смогли. И турки отдали весь этот богрыч, который пленные сварили, всем пленным. Угу. А обратно пленным? Да. Я другую легенду слушал. С тех пор богрыч должен быть острый, сильно острый, но мы сделали легенько. А в моей легенде, там просто повар был наш человек. И да. Кормил высокопоставленных так, что они даже есть не хотели. Видишь, балованные. Людей да, и отдавал накормите, все. Хватит болтать. Господа заключенные, милости прошу, проходим. Да, как у нас, наш дом открыт, чтобы вы нам были здоровы. Ну все, давай, гай-гуй, иха! Так, зелень, мельничь, что есть? Эх ты, комара. Насыпай, накладывай, наливай. Как правильно, Катя? Слышишь? Так, на тебе контрольный. А что уже? Выход. Уже все равно. Еще попробует. Сахар, кислинка, все сбалансировано. Так, как он Ничего не надо. Даже не дали мне сказать. Да я знал. Не, ты же говори. Да уже не хочу. Давай. Да говори давай. Так, как он чвакал, то точно вкусно. Да, Маратик? Блин, так вкусно. Давид едет? Я обещал. Ты видела этот взгляд? Ты видела этот взгляд? Конечно. А ну, Сережка. Я же его жду. А уж я-то как жду. Давидушку. Так, Марат, как ты хотел, чтобы и суп, и бульон был, и все это. Да, еще... да, да. Это, мы сегодня делали... Еще и мясо. Такой, более супный вариант. Все. Так. А сметана нужна? Катюша. Да что, Сережа? Да ты еще на голову мне залезь и ноги свесь, Марат. А разве я не залезла еще? Так уже слезь, ешкин ты кот. Просто чтобы это было еще и удобно. Ты бы уже и попривыкнуть бы должен. Ай-яй-яй. Нет, если ты спрашиваешь про сметану, то она здесь, ну, неуместна. Но, как вариант, кто любит, пожалуйста. Хоть пепси-колу, да? Хоть пепси-колу. Ты шо? Шо это за ребрышки и чеснок? Ты посмотри. Там просили 4 неполных. 2 на четверых. Тут еще кроме 2 да. на четверых еще много. Сейчас, ребята, вот мне бывает одному немножечко шустрее. Как-то так с руки получается. Ты не умеешь как помощь. Как это? Поготовили помощь. И разбежались. Все. Не умеешь помощь принимать, Сережа. Это я-то не умею? Да. А ну помоги мне чем-то, сейчас увидишь. Такой роман. Помоги мне. Помоги мне! В огне дышащий! Лаве любви, да. Как там было? Да, да, ночь подари, видишь, гибнет. Костя стоит. Сердце гибнет. В огне дышащей лаве любви. О, и с колбаской сверху. Ты шо? Красиво? Марат, добавь мне зелень прямо на руку, да, вот. Прям чересчур красиво, вы знаете, ребят? А? Как это может быть? Ну, так сделай фотографию на память. Если это не мы готовили, как это может быть? Сделала? Комарджёва есть? Таки да. Так. Сейчас будет еще одна. Сейчас будет еще не одна. Сколько там бегунков? Марат, почитайте ему, сколько бегунков. 3, 2. Девочки, Костя, не жадничай, тут все красивенько, и все будет... 40 литров казан. Казан 80. Есть я хочется. Говорю, полрайона можно накормить таким казаном. А тут что? Одно сплошное мясо. Так, ну и помидорку или я добавил. А ладно.
будет вот так вот. Так, и похлебки этой сделать. Забирай, Ленусь. Марат, забирай. Украшать, Леночка, иди. Хромая ты наша. Ты что, хромоножка. Скажи мне, что твой не верил, что ты на шпагат садишься? А? Раздвинула, так раздвинула. Хромает звезда. Да не, у нее самокат просто. Марат, скажи, а мы будем пробовать или просто подождем отзывы? Давай мы людей покормим. Давай мы не будем. Давай, родненький, давай. А потом мы обязательно попробуем. Так, ребрышко есть. Мне просто тяжело из этого изобилия. Две, четыре. Вот, Никуся, здесь две бери. Сделай так. Ложки не взяли? Ложки вы на столы должны разложить. Зелень добавляй. Привыкли. Да. С ложками. Ложки вы не дали. Там на ходу кидайте. Хорошо, она унесла две. Две. Четыре. Это еще шестая полноценная. Все, чтобы я не запутаться. Ох, Катюня, Катюня, смотри. Вот тут что не всунь, то праздник. Так, 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 тихо, ребрышко. Не уходи. Помидорка, подчеревочек, все есть. Сказочная песня. А ну-ка, рыберца. Так, чесночок. Давай. Два штуки. Что вы там шепчете? У вас что, секреты? Берите две, Марат, полные. Перестаньте ставить в эти тарелки, потому что я туда уже ставлю полные. Стой, зелень, да. Добавляй. Все, 4, это полноценные, а теперь я уже делаю как надо. Процесс пошел. Лена, что голая ходишь на улицу? Да, это кажется. Угу. Ты ее насквозь просто видишь. Как мне сделать так, чтобы полпорции было еще и красиво? Так вот? А вот это тебе по тарелке чем не подходит? Да потому что у меня еще будет 4. У него своя технология, Марат, в этом плане. Понял. Чем дальше, тем лучше. Угу. Ты что, не знаешь, что поговорку у каждого додика своя? Методика. Технологика. Ты выпустил технологика. Не то слово из контекста. Так, перчик, картофанчик. Так, не получается у меня по полпорции. Все, а эту уже я крайнюю, Марат, поставлю. Для нас. Нет. Чего, пока для людей. Бог. Да. Кто это? Не знаю. Кто-то с цветами и тортом. Торт. Ого! Ну, походу, наверное, не нам, потому что... Не, может, там у кого-то именины, ребята, вам крепкого здоровья. Ох, как холодно. Где холодно? Ну, я замерзла. Катюня, сербни ложечку, сейчас сразу согреешься. Давай уже налей. Это ж как раз то блюдо, которое согревает... Уже как сербну. В любые времена. Все. Костя, а тебе дали? А что ты стесняешься? А там что, не было твоей заявленной? Костику вы не давали? Нет. Не кормите его? Все правильно. У меня тазика нет за тобой. Все. Пока мозган не поставят. Так, это вот поехало, это вот поехало. Давай, Марат, попробуем ее отведаем, что... Что мы здесь сделали? А, надо же оператора еще покормить. А мне нравится, что он дальше булькать продолжает, понимаешь? Процесс не идет. Остановить. Ёшкин ты кот. А ребро? Кому попался кусочек сала еще, а это вообще сказка. Так. Да, это маленький. Да, родная, да. У Сережи не бывает маленьких. Да, я что-то... Это не про него. Мне с этим тяжело. Ложки у вас есть? Мальчики? Есть. Мара сказал, что женщины лепешкой едят. Да, макаю. Не, ну горячая, ё-моё. А ну дай ложечку свою. Потыкали и хватит. Я хочу. А что же оно должно брызгать? Я хочу её немножко развалить вот так вот, чтобы всю эту прелесть отсюда. На, теперь держи. Держу. Мешаем вместе. Давай, греби. Ой. Да красивее не бывает, Катя. В Угрочи, чем у нас, красивее ни у кого не бывает. Дай-ка мне.
При всем уважении ко всем. Странно, тарелю? Что я сейчас опять ложку не забрал. Слушай, картошка какая прямо. Шикардос. Смотри. Все. Подожди, все. Стой, стой, стой. Это вообще едят руками. Хотя так как мы сварили, можно и ложкой. Давай я тебе накину. Вот так, да. Так, и сейчас я наберу немножко жидкости. Ё-моё, мне у тебя, походу, учиться надо. Вот так будет супер. А я с кусочком почеревка, да с картошечкой, хотя она горячая, тут есть другая. А ребро я просто в руку возьму. Смотри, мясо тебе, кость мне. Слышишь, как оно именно нарядилось паприками этими? Понял. Не передилось? Я его выбрасывать не буду, положу здесь, мы суп с них гороховый сварим. Да? Ребята. Бесподобно. Вот честно, лучший богрыч в моей жизни получился. Я тебе таки верю. Просто по всем параметрам идеальный. Как всегда, мне чуть-чуть не хватает соли. Я себе посолю немножко. Не-не-не, Сережа. Согрейся. Да сразу сейчас, как хороший коньяк. Да трусовый обратно, да трусовый обратно. Благодарю тебя. Я сяду спокойно, возьму вилочку, ложечку и буду смаковать. Как весь мир просит, вижу в комментариях. А я Косте не семь, не стиль, самый главный. Косте два. Он возьмет два, я Леночка, дай тарелочки, я сейчас ему сыплю. Костян, извини, ну надо же, люди ждали два часа, может, больше видео получилось. Я вам скажу так. Вот я тебе хочу сделать. Болгарский перчик получился альденте такой, вот как положено, не разваренный, все. Морковочка прекрасная. Ну, получилось идеально. Несмотря на то, что Катя улежала, приезжала. Ну, конечно, Катя виновата. Да ну и слава богу. Я что хотел сказать, комплимент тебе хочу сделать. А, ну давай. Вот я только что почерёг попробовал. Вкусный такой. Ну, у тебя губы чуть-чуть упругие. Вообще, такое, что понял, я языком его шлеп и раздавился. Шлеп и раздавился. Да вот он сверху лежит. Эх ты, дайте очки. А ну, давайте, сравните со Светкиными Марат. Губами. Марат. Давай. Лучше Светиных губ нету ничего. Ё-моё. Нечего сравнивать. Ты что? Я просто хочу попробовать почеровочек. Добрый. Ребята, рот занят, но мы вас таки ждем. Спасибо огромное. И вам таки добрый. Скажи. Это лучше, чем Светины губы. Вот. Марат! Я ж просто ее люблю чуть больше, чем ты Свету, понимаешь? Поэтому я так завуалировал. А это бесподобно так, что... Такое ощущение, что ты с Анджелиной Джоли сосешься, понял? Ага. Именно шедевр такой. Я тебе скажу, где на Киевском продается у этой женщины почеревок. Шедевр. Я его когда вчера увидел, аж забыл ей песню спеть. Колбаску пробовал? Марат. Это таки счастье. Это лучше, короче, чем у Брэд Питта. Друзья, если души с хорошим настроением. Ого, бля. Фу-ю. Таки с хорошим настроением. Повытирайте рот после таких слов. Ребят, самое главное, что люди уже за столом, они все едят, но они не догадываются. Давай, попрощаемся. Господа эксперты, если вы что-то найдете, какой-то посторонний вкус, так вы знаете, откуда ноги растут. Короче, друзья, если души с вашим настроением, для вас сегодня исполнили... Богрыч. Один из моих любимых. Очень вкусно получилось. Ну, лучше, даже не суп, богрыч. Гуляш, соус, что-то с мясом. Одесский Лебван и Марат. Всем пока-пока. Чао. Не, нормально нажались. Да, Костика покормить надо. Брэд Питта вырежет. Кать, все, дай Костян, смотри, уже он бедный пиво пьет, не знаю, что уже зеленый уже весь от голода. Ну, Костян, а, слышишь, так тебе принести, смотри. Косушка? Конечно, редненький, давай, шмаляй. Ребята, садитесь за стол кушать. А мы уже, мы с Богрычем. Улыбаемся на тудой, да? Ура. Шикардос, все, вам приятного аппетита и крепкого здоровья. Так, Костян, что ж ты мне зубы заговорил, давай. Все, всем пока-пока, чао. Там мы уже говорили неоднократно. Костик, а я еще нет. Иди выбирай себе мясо, тебе вот сока хватит? Все, давай.
Всего побольше, давай, давай, давай. Ё-моё, Костян, ты шо? И смотри, ребрышко ему попалось. Да, блин, это ж, блин, это что то же самое такое, что... Колбаску от Брэд Питта не давай. Как это? Вот она, обрезанная тут. Тут захочешь, без нее не получится.